Рулетка CSGO. Минимальная ставка 1 рубль. Активная администрация. А также в группе в ВК проходит розыгрыш на ВП Азимов. Заходи, играй и выигрывай. Ссылки в описании. Всем привет, ребят, с вами Лего Импульс. Всем привет. И мы продолжаем нюхать поражение. Мотовские подмышки. Да. Мы, в общем-то, проходим... Идут с левой стороны. Проходим компанию Джимини. И, в общем-то, вот здесь как-то вот все вот таким вот образом происходит. Там еще есть. Я не знаю. А еще где вроде больше пока никого нету. Последний, как всегда, обычно ушел. У нас наша задача накопить на негив. И с этого негива убить пятерых. Тогда мы побеждаем. В принципе, все просто и доступно. Ты нормально, там живой, нормально. Да. Первый раунд мы прошли. Денег у нас, естественно, на негив не хватает. 2000 вот у меня есть. А негив, по-моему, стоит 4700. И самая здесь еще загвоздка в том, что в третьем или, по-моему, в четвертом раунде приходит дедуля. Дедуля приходит с работы, своей пиццы, и говорит: привет, пацаны, я пришел. Да, у него там хп. Я ему, знаешь, сколько тогда с ОП вдарил? Два где-то хедшота. И один раз, по-моему, в группу. Идут слева. Они вообще не понимают, что происходит. Вообще, да. А ты видел, как мы... Они не понимают даже, куда стрелять. Он выходит сразу на меня. А может, он в туалете сидит? В туалете его нету. В туалете гада нету. Ну, будем играть закрыт, наверное. Это самое нормальное. Да, мне тоже так кажется. Вот надо их как-то держать слева и справа. И все, и не отпускать. Подожди, а дома по своим точно идет? Может, он не идет? Давай я тебе проверю. Ты где? Давай. Нет, не идет. Не идет. Вообще забей. Главное, пишет, что идет попал. Слева. Ага. Подожди, это с галилами уже или это... Да, идут, вон они. Это с пушечками, не с галилами, вообще с любой пушкой. Смотри. Ага. Дымят зачем-то, гранат кидают. Я тоже туда кину гранату. Подарок. Смотри, да. Спину аккуратно. Давай, я пошел. Тактики у нас. Да, они ходят по разным путям. Спина нормально. Но они точно куда-то ушли обходить. Они кинули дым, короче, и пропали. Типа ниндзя. И нету никого. Ниндзя-боты. Смотри, я вот здесь стану, если они будут выходить, нужно будет перекрестный огонь сделать, если они у меня пойдут. Ага. Ну чё-то нет. Сколько никого. Работа? Ага. Ну чё-то пока никого нету. Идут! У меня! Топают! Сейчас перекрестный мутим. Ага, перекрестный! Один бот, знаешь, что замутил? Сразу в мою сторону идет такой, смотрит. Здорово! Я от испуга взял и разбил. Где-то последний остался. Галилки надо забирать. Галилки я забрал. Подожди, это вот этот раунд, где здоровяк сейчас пойдет? А ВП надо мне покупать. Да, по-моему. Вот это жесть. Вот это жесть. Где он последний все время ныкается? Не сейви. Выходи. Бот сейвит пушку, отлично. Хватит сейвить пушку, падла. Выходи, где ты? Да где он реально? У тебя 100 хп, у тебя нормально все, да? О, ладно. Слушай, смотри, как так где? Отсюда можно сидеть. Угу. Подожди, а если... Идет! 4600, я... 5400. Мне точно не хватает? Нет, конечно, не хватает. Я беру тогда АВПу. И давай, буду... И потом ты на неге вкопишь. Ты снег его будешь. У меня 72 хп, они сейчас опять... Гранаты можно купить, всякие шляпы, чтобы отгонять их. Блин, вот плохо, а их там... поздно. Их там 5, да, как я понял, всегда? Да, их 5. И еще и здоровья. Да, и еще и здоровья. Супер типа, просто. Просто супер. 5 чуваков и здоровья. Я так понял, здоровяк идет первым. Да. И, по-моему, он пойдет у тебя сейчас. У меня. Нет. Встаю за эти и смотрю. Здоровяк! Давай. Попал ему. Ого! Попал ему 3 раза в хэд. Он кидает что-то. Ничего не понимаю, что происходит. Хэд дал ему. Хорош. Добей, пожалуйста. И там еще один. Мы здоровяка убили. Еще один. За бочкой. На плент идет. Ты чё? Ненавижу это оружие. Где АК? А как здоровяк сдох, я вообще не понял.
Я его 6 хедов поставил с галилки этой. В спину, да? Да. У тебя нету... У тебя негева нету у тебя? Быстрее покупай, если есть. Не успел. Круто. Нету, не хватает 100. Понял. Тогда выживаем. Жесть. Идут. Ого. Давай, в закрытую. Надеюсь, закрытую. Надеюсь, закрытую. А остальные где? Все, они пошли мочить, короче. По одному не попал, как лу. День... Че у тебя по деньгам? 5600. Мне уже одного убить. Угу. Аккуратно, только не умри, чтобы в 50 хп не уйти. Сейчас, я сплочу. Давай, я Б смотрю. Ну где сплочу последний там тугрик? Тугрик. Жиган, двое, Лимон. А, их двое? Я думал, да. Я думал один. Они вдвоем тактику разработали, теперь мансят. Откуда пойдут-то, падлы? Справа! Фига, он на шифтах шел, прикинь! Он хопа резко и выскочил. И топать начал. Шифтер. А второй, ты где, его друг? И чё, там другалик. Да. Опять обратно ушел. Ты прикалываешься, что ли? Такой посмотрел и убежал обратно. Все, нормально. Че, по деньгам? Нигев. Да. Купил нигев. Все, давай. Че, тебе оставляем? Или играем, как раньше играли? То есть, как сейчас? Ну, типа, жадничаем? В закрытую, давай. Давай в закрытую сидим, просто отбиваемся. Мне тоже убивать? Нет. Или что делать? Да, убивай. Ага. Я думаю, мы так раунд за раунд два убьем. Потихонечку, да? Да. Мне бы еще надо убив как-то. Ага. Там двое. Еще один слева. Флешку дал. Я ничего не вижу. Хорош. Но одного я убил. Негив ты взял? Он одного. А, это ты подобрал его, когда встал. А, да? Ну, нормально. Да. Жесть, импульс. А если сейчас здоровяк пойдет, а мы могли за этот раунд уже выиграть игру. Ты перезарядился? А, да. Вот странно, знаешь что? Чё? Я вроде как убил двоих. Один ассист, я понял. Угу. Они так вышли смачно, я думал, сейчас всех положу, а тут бац, меня заливом. Чё-то нет никого. Идут. Я отошел. Нет, походу, где-то нету. Я здесь. Да, я здесь. Там за ящичек. Блин, я приму за этим ящиком. Идут. Еще идут. Там. Стоит, сидит, вон он. Я вижу. Добиваю его. Хорош. Еще есть. Хорош, еще одного. Одного и все, просто забей, просто одного убиваешь, и сразу мы такие. Вот тебе такие боты. В миссиях. О, слушай, тут же дверь есть. Да. Она была здесь. Откуда? Слева? Не понимаю, откуда. Справа. Справа. Ага. Тебе главное одного запулять. Вообще под нами топтали. Они у тебя идут случайно, как ты, когда ты говоришь дверь. Идут, вот здесь слева. Вот они. Хорош. Изи. Ты бы там вообще всех залил бы, тактика, если честно. Да? Нормально. Ничего не дали. Он уже сейчас дешевый же, да, стал? Он же сейчас, наверное, ничего не стоит. Так, сейчас быстренько следующую миссию выберем. Нифига, мы запотели на миссию за минуту... Ой, за 8 минут прошли. Вот это профессионализм. Так. Вот это да. Близнецы. А я пересоздам. Мика. А, ну давай. Короче, следующее будет заработать и победа, убив 15 врагов из стек 9. Ой. Стек 9, ладно, это не негер, нормально. А у меня вопрос, а стек 9 будет, надеюсь, в этом? Подожди, пройти заново, что? Какой пройти заново? Вот, начать. Все, сейчас. Она говорит, курва. Поехали. Тег 9 у него, в принципе, обойма неплохая. Можно раздавать. Сейчас пати тебе кинул. Принимай.
заработать победу, убив 15 врагов из ТЭК-9. А в чем подвох, интересно, я не понимаю. ТЭК-9 же можно сразу купить, по идее. В чем подвох-то? Всего побед необходимо. Может быть, они будут оружием от СТЭК-9? А может быть, там будут все здоровяки от СТЭК-9? А, тогда это нереально. То есть, типа, ты выбираешь, видишь здоровяков, значит, берешь основное оружие, поливаешь по ним, чтобы их убить. Приходят бомжи и их СТЭК-9. Но это тогда вообще зло будет какое-то. И еще в карте Микла, да, это новая карта от Гимини компании. Я вообще, говорит, не знаю такую, что мне с ней делать, как ее зовут. Главное дефить. Он говорит, он еще предлагает мне купить что-то, какие-то там наркотики. Купи наркотики. Совершите убийство, я не могу... Внимание, вы не можете совершать покупки, теперь понятно. Понятно. Короче, надо выбить сначала ТЭК-9, а потом убить. Да-да-да. И вот на этой, подожди, Апленд мы защищаем. Откуда они могут идти? Я даже не понимаю, откуда они могут пойти. А мы точно защищаем, потому что есть шипы? Да-да-да, точно-точно. Вот отсюда могут пойти, с этого дебильного прохода. Три прохода только, и все. А сверху могут как-нибудь? Если еще и сверху, тогда вообще... Идут. Откуда? Вижу. А вот и ТЭК-9. Ты ТЭК-9 нашел? Вот, у них ТЭК-9. О, я взял ТЭК-9. А как так на изи? Идет. Okay. Давай. Как... Изи всё. Компания, да? Изи. Чё-то реально изи. Я чувствую, сейчас пойдут. Сейчас пойдут. У тебя такой скин прикольный. Шлемак какой-то такой здоровенный. Мой, а тебя? А у меня другой. Ты вообще вошёл в меня. У тебя другой. Ты вошел в меня. Как ТЭК-9-то стрелять? Его уже немного пофиксили. Подожди, по-моему, такое же дерьмо. Такое же дерьмо? Нет, он раньше вообще же. Идут у меня. Где-то у меня идут топы. А где ты? Не знаю, в центре или справа? Вон. Да. У меня 12 хп. Парень мне... кинул гранату в глаза. Ложную, да? Хорош, ты там вообще раздаешь, как с пулемета ходишь. Тык-тык-тык-тык-тык. Дык-дык-дык-дык-дык. А то. Еще два раунда справимся, нет? Думаю, да. Давай попробуем. Еще два раунда. Ничего не остается, как попробовать. Да. Ну, кстати, можно нормально прятаться вот так вот. Да. И в голову получать сразу ваншот. Так я так и получал. Вот здесь такой вынес, и мне сразу ваншот. Я ушел. Идут у меня. Ага, да, вижу. Охренеть, 18 кп, он гранатом мне кинул в глаза. Вот я тебе про что и говорю, что они хитрожуки вообще еще те. Не умирай только, чтобы хотя бы побольше хп поднять. Могу я добить. Mm-hmm. Чё-то нету. Они, вот этот проход классный, да, на этой карте? Как там вообще проходить в этом проходе? Он топает у меня. Ого! Где-то. Ого, у меня пикает. Чё пикает? Дробовик. Ого! Четверых давай убиваем и все. И забываем, как страшный сон, эту карту. 94 хп у меня. Но сейчас здоровяк пойдет. Это такая прикольная. Мне кажется, сейчас пойдет здоровяк. Не зря тебе дали эту долбанную хренодень. Гроповик? Да. Но убить осталось четверых, и сразу катка заканчивается в выигрыш. Но вот этот классный, вот где ты дефаешь, вот мне кажется, там вообще на изи сносить. Идут у меня. Понял, бегу к тебе. Поднимается. Ой, не то оружие. Ой, говорит, не то оружие. Ого! Фу! Как я его вообще добил? У меня руки влево-вправо тряслись. Хорош! Смотри, тебе тоже опыта дают, да, в конце катки? Да, чуть-чуть. 240. 30-10. Нормально. Так. Ого, ты 14 чуваков убил, а я только 6. Так, выходим. Скилл не пропить. Как бы сейчас начали говорить. А, у вас такие звания, вы играете не больше, чем одна звезда. Типа, ну, которая Сильвер, да, Сильвер. Ну, у меня есть одна звезда, да. Так, дальше приглашаю. Оверпас, знаешь такую карту? А, да, что-то слышал такое. Вроде карта в КС, да? Да, по-моему. Сейчас. Вызываю тебя на ринг.
У меня уже хватает... Оверпас, я вызываю тебя. Все, скинул тебе. Оверпас, я вызываю тебя. Напишите в комментарии, что вы думаете по прохождению таких каток против ботов. И не забывайте ставить лайкос. Лайкос за тракторы. Ну, тракторы нужно производить просто. За это нужно ставить лайки. Да, говорит. Да. Тракторы сложное дело. Убить с разными видами оружия в классических режимах. Подожди, а что нам делать-то надо? Чтобы победить, убить указанное число врагов. Сейчас. SSG-8. Вы чё? Просто SSG-8. Подожди, АДФ? Еще и АДФ. Ладно, если БДФ, это можно на балкончике стоять, но чё? Блин, ноль, надо копить на нее еще. Ах, как обычно, там в третьем раунде пойдет здоровяк, и потом нужно их убивать с резинки. 5-3 раунда, грубо говоря. Жесть. Ну ладно, бывает. Ну просто хоть пойдем дали. А что это за конченый аплент, где вообще нигде не спрятаться? Они могут пойти вот отсюда снизу. Можешь в банке спрятаться. О, нет, не спрячешься. А тут сколько выходов? Откуда они будут ходить? Три выхода. Ну один общий, смотри, здесь вот. Вот здесь один В банке можно типа спрятаться. А нет, нельзя спрятаться в банке. Понял. Короче, тебя. Они могут идти. Вон. Вот они уже идут. Ага. Ага. Ох, ты там раздал-то всем, а? Как смог-то раздать? И на ССГ там, по-моему, вообще крополя же надо. Сколько там надо на нее? Сейчас скажу тебе. На нее надо 1700. 1700. Нет, не хватает. У тебя уже сколько? 1600. О, ты мог вообще, если бы я не добил бы одного чувака, ты бы пятерых убил, сразу была бы эта тема у тебя. Да. Ну ладно. Нормально. Просто смотри, я думаю... Смотри, здесь еще входишь. Да тут везде вход. Раз, вот два, вон там три, и нормально. Вон они. Где? Что-то мне... Ты что-то поставил. Ох, я не буду выходить, что-то, да-да-да-да. Нафиг, они дали, бьют больнее. Ну, ждать их надо. Ох, тебе хорошо закинули, да? Да. Ааа, поезд! Живи, живи. Все, нормально. Живем. Все, покупаем. Покупаем этот страх, можно гранаты купить. Я, наверное, куплю гранату одну. Ох, жесть, ох, жесть. Вы понимаете, я что... Да-да, это зло. Это просто зло. Если они пойдут опять отсюда, это еще будет более-менее, если пойдут на лонге опять по этому лонгу. Но я так понял, кстати, они будут ходить только здесь. Они не будут идти через них. Да? Поэтому их можно здесь отлавливать, да? Типа... Давай, ты смотришь там, я смотрю тут, типа. Давай, куда, где бы еще спрятаться где-нибудь? Было бы еще круто. Что-то я пока не понимаю, где они хотят идти, но они что-то не хотят. Идут по центру. Нет, подожди, не по центру. Не понимаю. Сзади, в спину идут. Иду, да. А ты говоришь, не ходят они в спину. Жесть. Где ещё? Ого. Выходит, не могу помочь. Ой. Мы раки, да? Да как с этой штуки стрелять-то? Он вниз ушел. Ой-ой-ой, пищит. Ну смотри, еле-еле раскочегарили пятерых. Еще так два раунда. Ты понимаешь, когда они рашут сзади, это вообще нереально. Если они с чем были? С галильчиками? Да. Сейчас он будет обходить полгода где-то. Я не знаю. По центру был. Ну вот это вот вообще плохо. Мне не понравился этот проход, когда они уже практически до планта дошли. Я еще по пацану-то не то могу попадать, то не могу. Здесь она в голову ваншотит, единственный плюс. Что она? Еще у нее дамаг большая. Ну где, ну где? С резины тебе просто в кочегарину. Хобля! Парень, ты идешь, нет? Парень, пол карты пошел обходить. Вообще пошел на базу закупиться опять. Парень. Нет, мне нужно более мощное оружие. Парень, ты где? Я вангую, что здесь дровяк пойдет в каком-то уровне. Ох, ты подождали.
Ну где он? А. Вы слишком далеко от бомбы, вернитесь назад. У тебя сколько хп? Нормально. Он где-то закосячил, ну сам упал куда-то и сдох. Ждем следующих. Подумал, не хочу. Подожди, я идти на них, да, нам за него не дали убийство. Да, ты понимаешь, как это плохо. Нам, получается, все равно 3 раунда надо побеждать. Знаешь, что можно делать? Смотри, что? Кидать гранату им туда в толпу, и потом уже добивать СВГшки. Можно и так, кстати. Да, да, можно и так. Она же дамажит там хп 70 снимет. Если они сзади пойдут, это вообще идеально будет. Пока не слышу где, пока все чисто. О, идут, вот сюда вот гранату кидай сразу туда, вот в левую часть. Я думал, они уже тут печут. Хорош. Не, он тоже попал с резинки, попал, представляешь? Еще один. А, вон он. Он где-то там вдалеке был, да. Это последний, да, был? Да, это был последний. Хорош. Глопендру ему. Слышь, они с калашами уже? Я чувствую, да. Сейчас начнется. ХЕ покупай, ХЕ, да, я купил. И зажигательную покупать. Кстати, тоже верно, да. Все, не успел. Ну ладно. Считай, если им по ногам зажигалку закинуть, они вообще тупить будут. Не понимать, что делать. Но давай, скваш... смотри там, я смотрю. Ага. Пока вроде непонятно. Да, вроде. Идут. У тебя? Все? Да, остановились. Все, они не пойдут дальше, походу. Сзади где-то. Вообще не понимаю, где. Идут. Хорош. Там еще есть. Попал по нему. Ого, сзади вышел. С гастронома. С банка? С банка гастронома, да. С гастронома, говорит. Нет, пошел вон. Где он? В гастрономе сидит. Что? Один в банке сидит. Прикинь, я прострелил сквозь стену. Он тебя? Да, я прострелил сквозь стену. Этот парень хочет зайти. Да ну его нафиг, если бы я сдох, да ну его нафиг, короче. Покупай быстрее все грены. Видишь, с гренами еще более-менее. Ну как он начал обходить с гастронома, как ты говоришь? Это просто смотри. С гастрономом. Я не ожидал, я стою здесь прячусь, а мне в спину выходит. Просто двоих надо убить, и все, и мы красавчики. Да, давай. Двоих. Опять так же, ты смотри, давай, так, давай. Здесь, ага. Потом. Ну вот когда они сзади выходят, это печально. А вот когда здесь еще более-менее. Если будет здоровяк, не стреляй по нему. Просто двоих шкалопендер убивай, и мы выиграли. Угу. А то на здоровяка сейчас все потратим. Ой, идут. Минус. Вижу. Патроны кончились, сейчас, секунду. Фу. Хорош. В затылину намазал. Вот ассистик. Какой-то ассистик. Но да, мы можем еще одну успеть. Че, будем? Да, ну давай. Давай. Быстренько главное мину. Ну, кстати, самая первая была, по-моему, самая потная. Это что-то как-то на изи пошло. Угу. Прям с первого раза. Чик-чик. Ну ты видишь, тут не выходит постоянно наш атак. Не выходит. Да-да-да. Заработать победу, убив 20 врагов из ССГ 08. Максимально. Ну, короче, они просто поленились и сделали в стиле, ну, типа, сейчас покажу. Они такие, ну, 15 могешь, ну, и 20, значит, сможешь. Вообще, ну, давай 15, 20. Взяли. Думаю, следующий будет 25, потом 30. Нет, следующий будет бой за звезду. Там пот будет. То есть для следующей серии специально оставил пот. Там, скорее всего, миссия даже будет, типа, крутая какая-нибудь, со шприцами и какими-нибудь там мудаками. Шприцами и мудаками. А, я же тоже подобное проходил. Да, там со что-то... Со шприцами, спасение, с взрывчаткой. Да. Это вот одна миссия пока только была. Я понял, о чем ты. Опа, на ноль денег. Понял, подожди, а я могу покупать? Да, могу, слава богу. Да, опять та же миссия, я так понял, еще. Угу. Один.
Я про что и говорю, не поленились. Просто вот зарабатывают ребята из малые денежки. Ну, я тебе скажу так, последняя там ну, такая не совсем уж пот, но если проходить ее на самом сложном, там вообще такой пот. Ты ее даже, возможно, не пройдешь. Да? Там нужен, походу, Global Elite плюс щиты. Global Elite. Потому что там только выходишь, и тебе сразу в хэд прилетает. Ну это жестко. И это от обычного бота. Но ты же справишься, импульс со мной. Мы же... Да, вообще... Идут. Вот. Мы же Global Elite. Понимаешь? Один куда-то туда втопил. Все, уже затемнение экрана. Блин, ну куда он опять пошел падать? У меня 600, у тебя сколько? Стопает по правой, по лонгу. Все, нормально. Касаемо. Итого у нас тысяча... Ну как раз сейчас со второго раунда мы начнем уже опять жестить с этими штуками. Ну, кстати, нас спасают с этими штуками эти гранаты и смоки, и дым. Они начинают теряться, не понимают, что делать им. Они не идут, по крайней мере, в этот, в молотов. В огонь. Да, они такие, ап-ап, надо что-то мутить. Но один сообразил через банк пойти. Хитрый бобёр. Пока не идут. Идут. Да? Справа, по лонгу. Ага, понял. Не-не-не-не-не-не. Сзади вообще ходит, и с лонга. Один по лонгу и везде, да. Двое по лонгу. А, у меня по лонгу двое. Да что ж не могу убить-то никого. По лонгу не смог попасть, пойдем, давай. Пошла жара. Слушай, наверное, им здесь прикрутили АИ, и они теперь мозги будут по разным точкам сейчас будут приходить. Да-да-да, мозги АИ, он еще будет ныкаться, АИ. Ох, вы падлы. У тебя тоже такая же пучина. Ах да. Ты мажорик, а? Ах ты мажорик. Абус. Абус мажор, ютубер импульс 666. Так, здесь нет никого. Кстати, мой канал, заходите, подписывайтесь. Ютубер 666. Да. Много лайков. Идут. Ой. Откуда? Через мид. Где? По миду. Вижу. По лонгу! Убил лонг. Правда, с пистолета. Еще есть? Да, по миду. Видел. А подожди, а сколько мы убили? Хорош. Где он? Он тебя там нагнетает, да, потихой? Да, хоро. Патроны кончились, ладно, сейчас. Он где, левее забора, да? Справа, справа, справа. Справа? Да, стоял справа. Может, ему вот так вот подарок? Что-то он как-то не ощутил моего подарка. Смотри, у нас еле-еле троих убили. Ну, сейчас, может, четвертый будет. Ой! Ушел! В миди он. Вот, в миди, вот здесь вот. Был здесь и опять уж... Вот он. Ты умрешь. Нет. Удивительно. Я пошел ва-банк. У меня 60 хп, покупай греники. Меня это чуть с лонга в спину не убил. Они реально теперь вот так вот делают. Страта типа 4-1 или 3-2. Рашут как и надо, а ты типа такой на ССГшке крутой, да. Да вот я говорю, вот чисто супримовская игра. А как если реально ты какой-нибудь там вот этот, как его, Сильвер, что делать тогда? Или не Сильвер, только начал в КС играть, тебе понравилась компания, и ты такой, пошли вместе, Володь! А Володя твой одноклассник, который такой же... С раковыми этими клешнями в руках. Что делать? Как играть? Как тащить-то? Ну все. Лонг! Покупать чит. Ну это как я. Лонг ты не туда кинул. Гранаты. Прощай им, пусть, как говорится. А нет, смотри-ка. Он как раз бамбу выложил. Ты можешь бамбу дефать. Ого, они все с этими штуками. С какими? Они тебе подарки кидают. Не суетись, импульс, не суетись. Он что, бамбу ставил? Я не понял, что ты? Их, кстати, слепят, прикинь. Ты чего? Хорош, бомба у тебя. Хорош. Да блин! Что? 97 снял, Рик. Тебя этот чувак шел резать. Ага, да, он такой, ой, меня заметили, взял сразу пушку.
Так, давай тогда последнюю попытку, и я думаю, тогда закончим. Я думаю, да. Наша последняя попыточка, мы ее уже, в принципе, нормально напроходили. А подожди, ты купил ее? Быстрее. Откуда у тебя бабки? Фига, ну, ты читач. А, слушай, 0-1 счет. 0-1? Деньги остались. Смотри, счет. Но надо, заново выбить 20 человек. Да. Ладно, зато они с пистолета, я вообще никого сейчас трогать не буду. Ты сейчас их будешь кромсать. Идут. Покоцаю, попробую только. Хорош. Давай импульс. Сланга! Сланга? Обошли, прикинь. Да вижу. Чё там? Один где-то. По миду. А, уже не... Или да. Убил. Все, я тоже прикинь, покупаю. Прикинь, короче. Не хватает опять сотки. Опять обошли. Я говорю, хит хитро жопы. Продай это, получи функи, продай что-нибудь. Получи функи, продай. Получай функи и нафуняй, да? Угу. Что, нереально хитрые. Тебе бы сейчас желательно убить бы двоих, ну, я не знаю, всех убивай, короче. Тут тяжко прям на старте. Сразу всех. Во, идут. Вон они идут. Ага. Куда он ушел? Ой. Вон, по миду пошли. Есть в туалете. О. Еще там есть. Ну же. Да ладно. Хорош. А где еще был? Где еще? Он там же был где-то. Слева, да, где-то. Вот он, ё-моё, сидит тут. Все, я покупаю. Давай, и поехали. Гренки, зажигалки. Нам осталось-то всего лишь 14. Сейчас убиваешь, грубо говоря, четверых. И уже останется 2 раунда. Всего. Смотри, тактика против ботов. Они шумные, да? Да. А что ты хочешь? Дикой это, конечно, круто, но они, по-моему, на это не купятся. Я лонг смотрю. Давай, я пошел слушать там. Так. Обидно, что они могут... О, идут по миду. Слева опять. Всей толпой. Ушли. Отошли. Попал по нему. Хорош. Бомба здесь. Ты осторожно там, лучше не ходи туда. Ты слышишь там, что делается? Ого. Не ходи туда, ё-моё. Ты чё? Я сам-то попасть не могу. Ранил обоих. Хорош. Я ранил обоих, короче. Отхожу. Где последний? Ты чё, говорит, там я слышу, как они винчестер перезаряжают. Так, чик. Опасная пара. Нет, я просто не могу понять, где он. Все, не буду стрелять. Сколько у нас уже этого? 10? Идет на ланге. Не идет на ланге. Я по нему не попал. Ушел обратно куда-то. Сейчас к тебе пойдет. Ну он поц. Сейчас где-нибудь умрет, короче, я так понял. Они здесь любят немножко умирать. Хопс. Не пошел к тебе, да? Нет, не пошел. Ты его можешь, кстати, с пегля развалить. У нас 10. Нету. Я понял. Подожди, куда он пошел? Ты вообще в канализацию, что ли? Или сейчас умрет он? Ну, я смотрел лонг, он не вернулся. Он идет по лонгу. Опять? Все. Шел и не дошел, парень. Был парень, нет парень. Был дедуль, нет дедуль. Это атакер. Это же атакер, это же дед ходил. Ходил там влево-направо. Пиццами разносил всем. Так. Тактическая флешка, хорош. Сейчас они через Б пойдут. Вот тебе там будет тактическая флешка. Потом через банк. Я побегу на базу. Ты побежишь на базу? Откуда? На их базу. Пока не вижу. Я не слышу никого. Походу они с Б пойдут. Идут, они... мид. Мид? Или... Мид слева был один. И ушел. Смог дал. У меня уже. Я не вижу, не слышу, ничего не вижу. Да помоги ты, ё-моё. Спину пришли. Ясно. Как так-то? Они спину пришли. Есть здесь, есть уже здесь, осторожно.
Короче, мне спину зашли, три чувака и расстреляли. Ну что, с вами был Лего Импульс. Импульс не затащил, катка проиграна. Всем пока-пока. Да, всем пока.